Камиль, кто это? Я не знаю. Серьезно, Камиль, кто это? Я не знаю, но она меня смотрит. Не, не да. И он еще разговаривает. Ответь ему. Да это он не нам. Ребят, ну хватит. Кстати, меня Армен зовут. Хочешь честно? Это он нам. Ну что, ребят, я теперь с вами в команде. Пойди пока стул принеси. Ну конечно. И попить, возьми что-нибудь. Камиль, что это значит с нами в команде? Я не знаю, я не хочу с ним играть. Это твои проделки? Да. Алло! Да он в команде! Он в команде! Ты в команде! Я в команде! Кофе. Зато в команде. Ну что ж, на сцене команда КВН топит контроль Дегетру Таганрог. Самая наглая команда. И к финалу Семикаракорской лиги КВН мы подготовились основательно. Учли все факторы, которые нам помешают в игре. Это жюри и ведущий. Начнем с жюри. Армен! Зато в команде. Уважаемые судьи, примите этот подарок. Выпейте за развитие Семикаракорской лиги КВН. За нашу команду в целом. Ну что, я думаю, с жюри мы разобрались. Теперь ведущий. Ты напуханешь не месяц. Я не пью. И после полуфинала то же самое говорил. Буханел. Долго думал, что сказать, но так ничего не придумал. А потом думаю, не сказать, не то, как я думал, что сказать. Ну и сказал. Жесть. Слышь ты, дрыщ. Ты можешь заткнуться. Кто тебе вообще разрешил разговаривать? Я сам разрешил разговаривать. Нормально, ты сейчас ответил. Камиль, просто пойми, я с детства привык, что... Я с детства привык, что с пацанами я жесткий. С пацанами я жесткий. С Соловьевым я нежный. А с пацанами я жесткий. Слышь, ты нежный, можешь молча на сцене стоять? Представьте, человек, который всю жизнь проработал в цирке, устроился работать в стриптиз-клуб. Ну и кто ему разрешил этот номер показывать? Я разрешил. Камиль, ты последнее время вообще неразборчивый стал. Я неразборчивый? Да это ты неразборчивый. Почему? Ты свою девочку видел. А Лена красива. Какая Лена? Я за Таню говорю. Таня, это моя девушка. Я знаю. Она красивая. Мы знаем. Мало кто знает, но в музыкальном театре работает садист. А?
не на английском, а на своем родном языке. Итак, представьте, что слышат англичане. Евровидение, вы англичане. Dear ladies and gentlemen, we are glad to see on our stage representative of Ukraine, Stanislav Galushko. Yes, I know who the heart I will not the sound. Yeah, I love the dust to go and I'll see that. На уроке английского. Good morning, children. Good morning. I'm glad to see you, and now we are begin our lesson. Our new theme is how to write... Татьяна Сергеевна, а можно выйти? English. English, please. Я магнитикус, столетикус. English, please. Как по-английски я хочу выйти? Она шанги на меньше синзаны царцы. English! Пошел вон из класса! Thank you very much! Что-что? Просмотрим ремейк на шоу «Битва экстрасенсов. Битва народных целителей». Ребят, представляете, я вчера с главой администрации Семикаракорского района за руку поздоровался. Да ладно. Серьезно, прикинь, захожу вчера в Палермо. Сидит, ну я подошел с ним за руку и поздоровался. А я не здороваюсь с ним. Почему? Ну как-то не пересекаюсь с ним. Для вас выступала команда КВН «Допинг-контроль» Дегиту Таганрог. Самая наглая команда. Так как наглость — это второе счастье, на сцене мы вдвойне счастливы. Спасибо.